За этот год в Крыму было выкуплено 45 квартир и жилых домов. Общая сумма – 80 миллионов рублей. Это позволило лицам из числа реабилитированных наконец получить свои заветные квадратные метры. Болезненный жилищный вопрос для этих людей теперь остался в прошлом. Реза и Алия Мамбетовы теперь владельцы этой квартиры. Новоселы не скрывают радости, показывают свое жилье и обсуждают планировку. Здесь есть отопление, сделали нам ремонт по всей квартире. Поставили евро, окна, потолки, обои. Все сделали. Для Мамбетовых это лучший подарок в преддверии Нового года. Своего жилья у них не было. С первых дней возвращения на родину стали в очередь за заветными квадратными метрами. А после 13 лет жизни в съемной квартире. Теперь это в прошлом. Супруги не верят собственному счастью. В селе Вольное для их маленькой семьи государство выкупило однокомнатную квартиру. Я не ожидала. Сколько лет стояла в очереди и не верила. Мы очень благодарны. Спасибо всем. В Джанкойском районе еще 43 семьи ждут своей очереди. Динамика есть. В этом году району было выделено 3 миллиона рублей из республиканского бюджета. На эти средства выкупили жилье для двух семей из числа реабилитированных. На следующий год также запланированы средства. Через госкомитет он выделяет. Планируем 3-4 семьи обеспечить. В прошлом году мы обеспечили 3 семьи. В 2016 году обеспечили 5 семей. Но стараемся обеспечить, чтобы люди, которые стоят, было собственное жилье. С хорошим предпраздничным настроением семья делится планами о том, как отметят Новый год. Завершение 2018-го для Мамбетовых стало действительно волшебным. 2019-й они встретят в собственной квартире. София Шукурова, Иван Евдокимов, телеканал «Миллет».